Сначала ставим одну ногу на доску, ловим равновесие, становимся второй ногой, держимся прямо. На данном этапе важно, чтобы вас кто-нибудь держал за руку. В таком случае, если гироскутер поедет не туда, вы избежите неприятностей. Ну вот, теперь, когда вы уверенно стоите на гироскутере, пора ехать. Немного наклонившись вперед, вы едете вперед, наклоняетесь назад, соответственно, двигаетесь назад. Можно даже крутиться на месте. По сути, все просто. На самом деле несложно. Вот, например, молодой человек на него встал буквально вот минуту назад и уже может на нем ехать. Через 5-10 минут тренировок он сможет ездить на нем вполне естественно, как это получается у меня. А если уделить тренировкам несколько часов, то можно даже выполнять небольшие трюки. Даже минут? Да, даже минут. Хотите себе такую штуку? Заглядывайте в описание к видео, там есть ссылка на наш магазин с гироскутерами. Если у вас возникли какие-то вопросы по данной продукции, пишите их в комментариях, мы с радостью ответим. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Всем пока, до новых встреч на нашем канале.